Привет всем, это Струнодёр, и будем тестировать замечательный, очень редкий инструмент под названием Dan Electro Mod 6. Почему Mod 6, не знаю, значит, еще видел Mod 7, аж на семиструнный Даник. Это корейский инструмент, достаточно старый и, как я уже сказал, достаточно редкий. Такого фиолетового цвета. Значит, экспертиза показала, что сделан он из фанеры красного дерева. Вот, здесь, значит, две переключалки. Тут у нас хамбакер, первый раз такое вижу. И вот такой вот варитона. То есть здесь она, правда, называется Select-O-Matic. Аж на 6 положений. Вообще тут, грубо говоря, затрахаешься сейчас тестировать все положения. Я этого делать не буду, а так поищу, которые мне нравятся, и поиграю с удовольствием. Вот, значит, и тестировать будем в Marshall GTM-30. Такой классический маршаловский комбарь, в меру с хорошим чистым, с хорошим злобным звуком. Вот. Ну, во всяком случае, мне вот он нравится очень-очень. И к тому же он не очень громкий, хотя и 30-ваттник, но так, вменяемо тут все. Так что попробуем. На самом деле, вот у меня первый раз в руках Dan Electro именно корейского производства. Вот были американцы, и вот этот кореец. В основном были как бы новые китайцы. Я вообще по ним струнодер как бы специализируется, как выяснилось. Ну, не специально, а так получилось. Вот. И могу сказать, что очень интересный инструмент. То есть, во-первых, он гриф намного удобнее, чем у китайских инструментов. Вот такой, ну, фендерическо-подобный. Вот. Ну и звук, он, скажем, не настолько вот все-таки метальный, с металлическим вот таким призвуком, как на вот современных моделях, которые были у меня. Но здесь, скорее всего, все-таки еще работает вот этот корпус, который все-таки фанерный, а не там арголитовый или мазонитовый, или как, уж не знаю. Вот. Ну а с этой вот крутилкой Silver-O-Matic. Тут пускай владелец разбирается, потому что у меня просто тупо нет времени на это все. Я думаю, что там много чего можно найти. Ну и теперь посмотрим эту гитару с драйвом. Драйв будет давать Marshall. Сейчас мы его вот включим на кнопочку Channel Push и все услышим.
Ну, такая гитара специально для струнодера. Потому что берешь там себе и со всей дури можно лупить, и она при этом держит строй прекрасно. То есть, ну не знаю, отличный инструмент. Вот, можно и так поиграть, и сяк поиграть, и мягко, и жестко. Ну вот. Ну, во всяком случае, инструмент, по-моему, замечательный, интересный, как я уже говорил, редкий. Так что, в общем, будущему владельцу можно позавидовать. Инструмент действительно того стоит. А на этом все. Пока-пока. Счастливо.